Так, ребята, хотел показать помеху. Может, кто-то сталкивался с такой вот помехой. Она, я так походил у себя по кварталу, от кого-то из соседей идет. Вот. Но я с таким не сталкивался. То есть, и сильно мешает она мне, да? Она постоянно работает. Ну, то есть, я сейчас ее продемонстрирую, это как метроном. Вот, смотрите. Вот сейчас покажу, в каком спектре она. То есть это вот постоянно. Чуть меньше. 2 мегагерца тоже. Всем уже нет. Очень отчетливо здесь. Я как бы прошелся возле соседа, стал там возле столба, там какой-то светильник, и вроде бы оттуда идет. Но опять же, если ребята, кто сталкивался с такой помехой, в комментах подсказывайте, что это может быть. Прямо вот такой цок-цок-цок-цок. То есть это, скорее всего, какое-то устройство, которое постоянно, там, наверное, что у него? Какая-то искровая хрень клацает или релюшка. Вот такая вот странная, непонятная помеха. В общем, жду в комментах ответов, ребята, у кого какая мысль есть.